Девчат, показываю, что беру. Очень много запросов. Здесь зубные щетки с пастой. Далее, после загара классные вещи. Вот такой вот и вот такой вот освежающий уход. Гель для душа Лагуна. Для всех подходит классика. Значит, две SPF-ки по 30. Одна такая вот детская, вторая вот эта вот она и для лица, и для тела. Знаете, вот думаю, взять ли еще одну вот такую или хватит. Не знаю, что-то пугают все, что очень-очень жарко, многие сгорают. Сгорать нельзя, сгорать это, конечно, плохо. Дальше. Умывашки. Мицеллярка, крема. Вот стараюсь брать, уже видите, здесь вот как бы немного осталось, чтобы потом и выкинуть все. Вот, да, полупустые флакончики, вот так, наверное, тут осталось. Бальзам, шампунь, точно так же, кстати, немного там. И вот такая масочка. А, еще мужской шампунь, гель не положила, там два в одном, надо сейчас пойти положить. Так, ну и там мочалка, видели, да? Вот. А из косметики не знаю и показывать нечего. Так, вот. Чем старше я становлюсь, девчонки, тем косметики у меня меньше. А вот ухода становится больше и больше. Значит, в первом отделении ножницы, ручки, блокнотик, пинцет. Как здорово быть координатором Avon. Кстати, вот это вот не мицеллярка, сюда я просто перелила лосьон. Ой, тоник. Потому что есть вот такие пробные образцы, помадки там, но это очень удобно, девчонки. Во-первых, я взяла свой любимый крем, вот этот вот SPF 25, дневной совершенство. Затем у меня сыворотка с гиалуронкой. Затем у меня сыворотка «Энергия Проценова». И один вот такой вот нашла. Сенситив. Вот. Хватит на всех. Очень удобно. И все. А вот вся моя декоративная косметика, девочки. Губы. Губы. Три пробных я брала. И вот такой карандаш. Карандаш любимейший просто. Вот он подходит ко всем помадкам. Так, а где свет, девочки? Ну-ка, ну вот, дополнительный свет забыла включить, так, конечно, лучше, да? То есть такой вот карандашик, маслица. Хоть бы оно появилось снова, у меня еще пока вот есть. Очень классно. Это как и блеск, и плюс масло. Там и авокадо, и жижаба клевая. Так, помадки. Помадки. Оп. Это все ультра. Чего захочется, не знаю. Поэтому взяла три совершенно разных. Блин, красивые такие. Мне кажется, всего захочется мне. Вот. Ну, да, карандаш. Единственное, вот под этот не особо-то будет. Хотя, если, опять же, карандашом растушевать все, да, то можно сделать красиво. Сейчас модно же, знаете, обводка темная, а внутри светлая. Вот, девочки, вот это у меня губы, да. Что тут осталось-то? Осталось тушь. И то, представляете, я думала, брать, не брать. Нарощенных ресниц нету. Свои, ну так себе. Но мы не возьму, вдруг потом буду жалеть. А краситься буду, не буду, не знаю. Свой любимый карандаш, который подвожу на нижнее веко. Сразу глаза такие, знаете, как будто голубые становятся. Вообще обожаю его. Вот. Ну и брови. Брови еще, конечно, блин, заточить надо. Как хорошо, что я вам начала все показывать.
короче, мужской шампунь гель для душа положить и заточить карандаш. Прямо сейчас все пойду это делать. Больше карандаш взяла из-за щеточки. Вот. Брови у меня, в принципе, не в растопырку. Никаких гелей для укладки я брать не буду. Все, мои друзья, здесь расческа с зеркальцем, несколько резиночек, парфюмчики, да, показать вам, какие у меня парфюмы. Тоже классно, да, вот пробными брать вот этими, все их там избрызгать. Ну, может, один какой останется. Так, я взяла вот такой вот Everlasting, тут тоже немножко, да, буквально, ну, на пару раз. Вот, здесь у меня два мужских. В общем, два мужских. Девчонки, ну вот, да. Avon Luck, который. Это вообще старое. Так, Today, Tomorrow. Вот они мужские, да, вот это вот мужской. Два. Так, Максимка. Сладенький аромат. Опять Avon Luck Free, свежий, такой вот голубая, которая фунфыречка такая. И тоже F-Duet, помните, раньше был. Все, девоньки, как думаете, достаточно? Ничего я не забыла. Такая вот косметичка и здесь.